Лошадиным топотом с криками погонщиков, с пылью я влетел в маленький городок Фархор. Ты уж извини меня, что я так редко. Я тебе сейчас все расскажу, мама. Ну вот. А так заработаю, поеду в институт в артистке. Папа не разрешает, денег нет. Устал кроликов разводить, жирных, пушистых. А на середину лучше. Он слова вспоминает, уже 33 слова вспомнил. Насредин, мама. Мне нравится эта девушка. Ее зовут Мамлакат. Скоро с ней что-то произойдет. Скоро она станет моей мамой. Таблетки. Машина, садись. Ага. Я пассажирка. Пожалуйста, я пойду еще пару штук сделаю. Алло, хозяйка! Вот, Оля. Ты что, не мог на кухне оставить? Сама оставит. Ха! Ватрушка! Сло! Смотри, молока от рыбы вмерзла. Насредин, это лед. Скажи, лед. 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 Угу. Лед. Это рыба. Рыба. Рыба живая. Ну что ты ему объясняешь? Тоже как маленькая. Думаешь, он понимает, что ли? Вон для него все живое. Странная вы семья Бекмурадовы, все сумасшедшие. Это уж точно. А отец ваш вчера. Сколько раз говорить тебе? Не размахивай руками. Сегодня артисты приезжают, а я с такой губой. Ну что, глаза закрой. Открой. Закрой. Открой. Рудольф Перумов. Сюда. Я бы все отдала, все. Все свои заработки. Даже больше. Что? Себя. Я бы зажмурила глаза и
раздвинула ноги. Я бы тоже. Что? Зажмурилась. Иди, отдыхай. Что с Насреддином? Ничего. Что случилось, я говорю? Садись, поехали кроликов продавать. Курган поедет. Артиса мне не доходит. Пудра, помада, фу. Это не твое дело, дочь. Причем здесь пудра, помада? Там же сегодня Шекспир. Аделаида. Кроликов. Не пар варам. Ты не кушаешь, мин? Рай фрукта. Все-таки много кроликов. Как обычно. Это же не слоны. Шутник. Салом отец Хублес. Не надо. Дебил? Ты сам дебил. Девушка, зачем ты так грубо разговариваешь? А ну-ка, в танк ее. Проверь по всей форме. Скажи своим шакалам, чтобы дорогу открыли. Не подходите! Ты назвал Насреддина дебила, а ведь он солдат, воевал, на мине взорвался. Черепную коробку еле собрали. Там еще эти полосы кроликов продавал. Рад мне на ваших кроликов, да, А ну-ка, с вами иди. Да чтобы лечить дебила, дала много денег. Это посадочь. А за Баску? Да я ихним языком говорю. Мне срать на язык. Мамлака. Называй Насреддина дебилом. Да
выступаю на все четыре стороны. Если хочет словить меня, я всегда на этих дорогах ездил. Фамилии, а сам живу в Архаре. Я увидел грузовик и понял, что его нет дома. Васляш, любовь. Постой, постой. Покажу тебе небо. Доктором Ротов Фархор Мебари. Фамили? Конечно, заберем. Конечно, мы как раз там проезжаем.
как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высокая, не... Никак не видит, иди домой. Все, хватит. Чиста, чиста, от рук чужих я... Замечательно. Вы замечательно играете. Кто здесь? Я актер. 27-летний актер. Актер? Расскажите, пожалуйста, про Рудольфа Перумова. Он мне... Так нравится, это мой любимый актер. А еще Ток Круиз. Вам нравится Ток Круиз? О, милый Ток, милый Ток. Однажды после спектакля... Куда вы пропали? Где вы? Он целых 5 минут тряс мне руку. Я вас не вижу. И плакал. Осторожнее, здесь так темно, вы не боитесь? Я знаю дорогу, это вы осторожны, она такая неровная. Где вы? Здесь. А вы весь вечер на сцене были? Вы, наверное, вы устали. Да, это было нелегко. Но я думаю, у вас бы получилось. Правда? Хотите, я вам почитаю? С удовольствием. Как ты... Ой, осторожнее, здесь будет глубокий овраг. Нужно подождать луну, тогда станет светлее, и мы сможем спуститься... Вперед мой противник, второй всадник. Ты сперва правой рукой, сильно его прави. Раз, два, одно, движение, и снизу. Папа. Мамла, как плохо. Вот так. Странно. По каким-то непонятным законам биологии, химии, еще чего-то, капли моей мамы и незнакомца соединились. В природе образовался я, Хабибулла. Я разлегся в глубине маминого лона, мягкого, как шкурка кролика. Ощущаю ее нежное и теплое дыхание. Слушаю биение ее сердца. Я начинаю узнавать ее. Thank you.
вчера на концерте не была, я бы его увидела. А мне папа платье новое купил. Такое белое, пушистое. Будто знал, что я его встречу, представляешь? А что ж ты его не одела? Но на нем кровь. Кровь? Где кровь? Между нами все было. Все? Было! Да! Хватит плакать! Хватит! Бомба взорвалась. Больно. Я оборонилась, а потом лежала как убита. А потом он целовал меня с ног до головы. Все, он был такой нежный. Так ты его видела? Нет, я только слышала. А потом я очнулась, а он сказал: «Ночью мы улетаем». Что здесь? Да, я видела их самолет в аэропорту. Да. Вчерашний номер. Сегодня у нас ансамбль «Урожай». Ну-ка, поприветствуем! Танцевать песню в ансамбле «Урожай». Мне нравится выдыхаться в больных тихих водах. Я взрослею. Я еще не знаю, что у нее есть. Oh,
Красавец, на, держи. На. Вот это еще возьми. Это или это, смотри. Что с тобой? Давай. Иди, иди, иди. У тебя менструация была? 2 месяца уже. Нет. У тебя будет ребенок. Нет. Да. Что с тобой, Мамлака? Рыба летит. Давай. Çıkartır şirmeti. Apara dükkası basaka. Ne? Eş. Doktarım anı oluyor abdası olam. Eş. Şuma kuftaki yatan doğru rahat nakunet. Bana domoda binet. Gire edin. Hani domod mi? Ana hamin. Hani domod mi? Ha, ana hamin. Biyo, ne sence? Biyo, biyo. Biyo, tez. Cihan biyo. Biyo, merhamet. Biyo, biyo. Hani kalsın ne der o? Et! Evet. Ne yapsın ha? Karşım neral. Frayr. Ali şu anı bana ne meşnose kutoya. Ya parin, isal khara. Bu da şey ev hapse. Ev bana pul, pula gir. Зачем это тебе? Врач, если папа узнает, что у меня будет ребенок. Иди, Лачес. Иди, Лачес. Туда. Сейчас. Я пойду газировку выпью, а потом аборт будем делать. А что делать, Мария Мапа? Мне сироп им один, один без сиропа. Как у вас дела? Ничего, спасибо. Толстуна не попади! Ложись! Доктор, что с вами? Скажи, подруга,
Страшно. Мария Мапа. Сироп малиновый. Бедный гинеколог. Погиб от случайной пули. Малага! Да. А я радовалась. Это был единственный путь моего спасения. Простите, доктор. Видишь, не получилось вот с этим. Ну что ты теперь будешь делать? Ты меня слышишь? Я тебя спрашиваю. Что ты отцу теперь скажешь? А что будут люди говорить в городе? Что ты мне плечами пожимаешь? Ты меня слышишь? Вообще, понимаешь, соображаешь ничего? Как ты будешь ходить по городу вот с таким вот пузом? А то я тебе сейчас скажу что-то. Только ты не взрывайся, как обычно, ладно? Как умеешь. Что случилось, моя девочка? Что опять мою пилу разбила? Давай я тебе ноги свяжу, а? Пожалуйста. Вот так сиди, не двигайся. Хорошо. Вот так. Что, опять на среди? Руки. Сейчас мы и узнаем что-то интересное. Лотерейный билет потеряла. А? Да? На этот раз у меня в животе мальчик или девочка сидит. Кто у тебя сидит? Я беременная. Спокойно. Так сейчас, спокойно, только не взрывайся, ладно, как всегда, не надо. Thank you.
Прости меня, дорогая. Насредин больной. Мамлекат беременная. Не знаю. Такое горе на мою голову. Почему ты так рано покинула нас? Я буду рядом с тобой. Да, я буду рядом с тобой. Объездим все театры. Ты должна узнать этого негодяя. Нет, он не негодяй. О, весь Фархор узнает, что ребенок родился без отца. Это страшно. Это позор. Дочь Сафара Бекмурадова родила ребенка неизвестно от кого. Да у нас в роду этого никогда не было. Никогда! Да застрелиться бы! Маленько, Сафарага! Монавны! Сафарага! Держи голову вертикально! Было четверо! Держи голову вертикально, я говорю! Четыре женщины, четыре мужчины! Зачем мне женщины? Он же театр любит! Иди со своим театром! Иди, мужчина! Да. Дай мне список артистов! Пожалуйста, пожалуйста! Едем Шамарка. В Шамаркан! Театр! Запомни это имя, Арина! Ай! Внимательно смотри, этот! Это не он! Да, не я! Ты! Ты! За мной! Hold it!
Это... Тоже не он. Посреди. Чего он спит? Ой, нашел время спать. Дома не спит? На дороге спит. Что за характер? Не пойду. Эй! Что тут ковыряешься? Что тут ковыряешься? Я помочь хочу. Пожалуйста, я больше сдам. Мне не жалко, я сильный. Пошли. Альфия, заряжайся. Вы деньги сразу даете? По почте высылаю. Нет. А тебе, может, и дадим? Да. Мне надо много. Подумай. Твоя кровь? Кажется, вокруг всего земного шара. А ты любишь путешествовать? А? Очень. Хочу уехать далеко. Только смотри, не заблудись. Алимжан! Аблаш! Чухай! Гранитный что сели! Сюда! Иди. Что? Вот. Отцу отдашь? Скажешь спасибо от Красного Креста. Поняла? Угу. Зачем? Иди! Поехали мы! Спасибо, доктор. Thank you.
ты! Что случилось? Бензин кончился, у вас нет. Есть там одна канистра, есть? Зачем? О! А это не ты поешь в ансамбле овощи, фрукты? Я. Урожай называется. Тебе это надо? Горло замотать, а то простудишься, тебе голос нужен. Тут кто кричит? Да это женщина рожает. Рожает? Сегодня сумасшедший дом у меня. Бензин кончится. А, Жор! Это летчик! Это летчик я! Летчик. Товарищ! Бензин. Спасибо. Он немножко... Я понял. Наливай, Абу! Все в кабину! Быстро, быстро! Сейчас поедем! Мужайся! Будь я трижды сын рабыни, от этого не станешь ты незнатной. Послушай, молю. Бил глаз, что теди убьешь отца. О, боги! О, свет! О, свет! Тебя в последний раз я вижу. В проклятии рожден я. Браки проклят! И мною! И мною кровь преступна! Кто сказал? Кто сказал свиные уши? Тот, который в гребе и пудрах, это он? Царь Эдип? Он у нас писка, как Джавадов. Не, он такой, он как женщина. Я тоже не хотел бы, чтобы ты имела такого мужа. Где? Пошли. Плохо, извини. Плохо.
номер? 413? А я вам что сказал? 313? Барбадара Тонала. Поем второе. Вам нельзя никого заказать. Всех подебьете. Не больше. Хочешь больше? Пора. Больно. Ты скоро будешь сразу, доченька. Нет лекарств, у тебя нет мужа, полный провал. Только кролики плодятся и плодятся. Просыпайся. Хватит чекататься. Хочешь маму посмотреть? Что делать? Опять третье стекло разбили. Извини. Клиенты не приходят. Мой отец ругается. Денег нет. Послушай, чехану же не продавать. Ездим по театрам, найти не можем. На середину в себя приходит. Мама, жалко, что ты не с нами. То бы ты посмотрела на меня, порадовалась. Ну ладно. Дел много. Рыбы, кролики. Никто их не покупает. Салам алейкум. Еще больнее. Я готов все истерпеть, лишь бы ей было легче.
Должен родиться. Слышь меня. Только отца надо найти. Где-то он должен быть. А где он? Thank you.
Помада. Краска. Вам наказ. Вот. Четвертый. Это он? Салам алейкум. Салам алейкум. Это известный певец Алишер Хамраев. Ты телевизор не смотришь, да? Насреди. Баба. Насреди. Баба. Кого ты поймал? Хамраевич. Ну вот, Хамраев. Телевизор не смотрите? Искусство не любите? Убийцы. Я кому собираюсь ходить, мане? Что здесь? Ай!
Сталин деньги. Вам тебе предупреждали? Слово нарушил. Сталин! Сталин! Уберите, суку! Пожалуйста, не убивайте его! Зачем ты сюда? Чего ребенок? Я его жена! Он мой муж! А разве этот гаденыш женат? Да! Мы свадебную едем! В Москву! И рожать вот! Мальчик! Мальчик! Откуда мальчик. Знаешь, УЗИ сделала? Мой мальчик! Она все делала! Бабушка Лиза и Дюрсин Али! Все говорят, мальчик! Мальчик! Мальчик, открывайте дверь! Пусть Бог решит! Нажмем на 100 грамм. Ваш ботинка. Ну что, красавица, испугалась, да? Ах, зря. Живой я, живой. Меня так легко не убьешь. Я вот в карты хорошо играю, а косые хотят, чтоб я им еще деньги за это платила. Проценты. Ты мне, между прочим, жизнь спасла. Ты у меня кровь брал. Помнишь? Когда поезд? Следующий? Я не знаю. У тебя что, билет есть? Эй! Девочка! Не выходи, слышишь, а? Посмотри, вокруг никого, голая степь. Зачем тебе это нужно? Ой, ну тебя, скажут про тебя, что ты не тонувший, что под кустом родился. Зачем тебе? Ой. Умный мальчик. Родился, как все дети, в больнице. Мама на простынях. Еще будут врачи в белоснежных халатах. Большой город. А внизу будет стоять отец и нервничать. У него нет отца. Ну, будет. Дура! Ну, я его отец! Я буду отцом! Чего до фархора не доверяешь? Я дальше не поеду. Я там должен.
Я не сплю. Не спишь, мама спишь. Полюбила Алика. Она шепчет мне. Я стала чистой, я перестала бояться. У нас есть папа. Ну вот, мама, ну, это не тот, который... Это Алик из Бухары. Знакомьтесь, доктор. Он спас меня. Он все устроит, мама. Можем идти? А еще... Угу, пошли. Пошли. Да не переживай. Я сказал, все устроит. Значит, все устроит. Ты еще моего папы не знаешь. Не знаю. Я его нашла. Кто он? Артист. Салам алейкум. Салам алейкум. Ты мне дорого заплатишь. За бензин. Фархор Самарканд, фархор Бухара, фархор Ташкент. Тать! Почему сам не пришел? А ты мне нравишься, сынок. Накорми парня. Ты извини меня, старика. За 7 месяцев никак не допустят. А ты брось этот артист-мартист. Все. Ты храпишь? Я храпел? Ну, идите. Там было так темно. Нашла. А? Вот он. Кто? Мой брат. Самолет, видишь? Времени нет. Он прилетит. Вот. Ну что? Это правда на мне женишься? Да.
Почему? Ведь человек слово, я что говорю, то и делаю. Ты всем девушкам так говоришь, а я женщина беременная. А мне вроде всегда нравились беременные женщины. Ты нашел себе одну. Я не верю, ты мне даже предложение по всей форме не сделал. Умница ты. Вот. Тебя так ударил. Все хорошо. Тебя как зовут? Мамлакат. А ты Алик помнишь? Алик. Зачем ты в кусты полез, Алик? Я хотел цветок сорвать, тебе руку и сердце предложить. Это же так просто, цветок сорвать, а? Мамлакат, я... Правда хочу на тебе жениться. Хочу жить с тобой долго-долго, народить кучу детей. Понимаешь? Где мы будем жить большой семьей? У меня дома нет нигде. Как это? Так, с тех пор, как отец исчез, я сам по себе. Моя мама умерла, когда я родилась. Слушай, иди сюда. Давай ты не будешь. Карты играть я не буду. Нет, давай ты не будешь. Не буду. Нет, давай мы не будем. Будешь.
Señor, ты же поумнел. Кого бомбить? Зачем? Очень много зла. Где? Твоя сестра выходит за мной. Ну что? Я уже устал. Зачем ты всегда борешься со злом? Не вовремя. Это что? Эй! Соломон. Алик. Папа, нет. Алик. Алик тоже нет. Он утонул. И улетел. Еще хлопают, браво, что браво. Ты несешь, какой Боинг? Какой Боинг? А, ты даже коров привязать не мог. Чего? Расскажите. Да взяли тут на борт двух коров и одного быка. Зачем?
Шалов, послушали? Потом деньги нужны. Разные культурные мероприятия. Опера, оркестр симфонический. И так далее. Ну, неважно, он не привязал быка. Машина пошла на взлет, а боковой ветер. Его с борта к борту. От борта к борту. А я штурвал на себя, тащу, чувствую, все не могу. И он раз рогами в иллюминатор, чувствую, погубит он нас. Что с быком? Пришлось выпустить его прямо на улицу. Улетел как ангел. Вот это история. Буинг, буинг. Мама, как? Ты куда? У меня здесь родственница. А как же наш заказ в Стамбул? Полетишь один. Один? А Бог. Стамбулов много, а жизнь одна. Любое наказание. Сиди здесь. А я тебя сразу и не узнал. Ты изменилась. Очень. Не помню. Девочка, это я. О, я это он. Кто? Артист, который повалил тебя в кустах. Ты что, дурак, летчик? Не веришь? А хочешь, я тебе расскажу, что ты делала той ночью? Ты опоздал на спектакль. Я подошел и сказал. Ток, милый Ток. Он долго тряс мне руку и плакал. Вот теперь веришь? Здрасте. Здрасте. Кролик убежал. Сейчас уберу. Ты что? Я эти... Больше на курок не нажимай. Почему? Я дам ребенку твою фамилию. Булочкин. Я женюсь на тебе. Я увезу тебя из этой дыры. Мне! Мне дают реактивный самолет! Реактивный? Реактивный? Лезь на стол. Зачем? Понял? Лезь. Держи! Я так нервничаю! Где соленые огурцы? Так! Стрелять не разучился! Так! Привет! Ну что вы так нервничаете? Мы же мужчины, давай обсудим все спокойно. Я женюсь на Мамлакат. Я отец ее ребенка! Алки. Сейчас я слежу! И мы обнимемся. Мы же братья. Иди! Мы же братья! На шкаф! Сло! Сюда! Хватит, глухонемой! Ты что, в охотников играешь? Ля-ля-ля! Дай. Идиоты! Я сейчас прыгну, порву вас на куски! Прыгай.
Летчик от страха заснул беспробудным сном. Он не ест, не пьет, в середине носит его в туалет. Мне не нужен такой папа. Он появился в доме. В городке нас еще больше не взлюбит. Я с трудом дождался того дня, когда мама и Насреддин решили отвезти его в город. Сейчас на поезд посадят и бросим его там. Увязался на нашу голову. Или на паром. А в госпитале его разбудят. Ты должна выйти замуж за него. Он же спит. У ребенка должен быть отец. Это требует закон. Закон? Я не люблю его. И да это не важно, любишь, не любишь. Соединить их надо и все. Че с ней говорить? Возьмите его. Хватит, Андрей, Мурат, он будет остановлен. Так и не увидели. Мы сбегаем от вас. Дядя Насреддин остался бороться со злом, а мы с мамой улетали. От косых взглядов, закрытых сердец, людского гнева. Прощайте. А мне пора выходить на свет. Ты скоро не
مناظر آیی تو در بیشم در آن حیدون دمی بیدار شب بیدار شب بیدار شب حیدون دمی بیدار شب با درگه جبار شب حیدون دمی بیدار شب برخیز وقتی صبح آدم در راه مسجد زن قدم تو شاد گردانی زغم ای دل دمی بیدار شب بیدار شب بیدار شب ای دل دمی بیدار شب با درگه جبار شب ای دل دمی بیدار شب برخیز کاری عقب ساز با مال ملکی خود مناز راهی تو در پیشم نراز ای دل دمی بیدار شب بیدار شب بیدار شب ای دل دمی بیدار شب با درگه جبار شب ای دل دمی بیدار شب برخیز وقتی صبح آدم در راه مسجد زن